привет! С вами Екатерина Зубенько и народное талант-шоу «Поющие города», который уже четвертый год шагает по Беларуси, но теперь присоединиться к нашему крутому проекту стало еще проще. Заходите на сайт ctv.by, заполняйте анкету, записывайте свое выступление на видео, отправляйте нам и, главное, уложитесь в сроки. Заявки принимаются только до 10 августа. А дальше начинается самое интересное. Итак, представляем нашу первую сегодняшнюю участницу. Здравствуйте, Анжелика Романенко, 22 года. Тишина плавит нежность, как голос свечи. Время лечит, а ты молчишь. Но потом все простишь. Знала бы Анжелика Огурбаш, какие таланты выросли в Беларуси, пока она строила свою карьеру в Москве. Я буду жить для тебя, обещаю, над пропастью. Все бы хорошо у Анжелики Романенко, пока мы не доходим до конца припева. Ангел мой, ангел мой. Ну что ж, будем считать, что это ложка дегтя в бочке меда. Спишем на волнение. На очереди Витебск. Привет, меня зовут Оля Смоленкова, я из города Витебска, мне 22 года. Хочу представить песню для проекта «Поющие города». Ночь унесла тяжелые тучи, лови горьким сумраком полны. Какое удачное эхо! Голос сразу приобретает объем и растекается по сводам здания. Видимо, для записи своего видео Оля Смолякова выбрала проверенное место – фойе местного ДК. Я любила и ненавидела. Ну что, узнали песню? Это же группа Ария. Я помню все, о чем мы мечтали. Но жизнь не для тех, кто любит сны. Хэви-метал и хард-рок в одном флаконе. Вот такой нежданчик от хрупкой барышни. Это вам не горячее сердце, а осколок льда. Невозмутимый гитарист, приятный вокал, сложнейшая песня. Оля Смолякова, все шансы на успех, и пусть растает лед. Здравствуйте, меня зовут Евгений Чайчиц, я из города Новый Комль, и свою песню «Варты чини». Обожаю молодых парней, которые выбирают лиричные песни, это так романтично. «Варты чини». Жити без тебе я полетів, з тобою в небо. Экстремальный вид съемки. Против окна выбирает Евгений, что, конечно же, отражается на качестве видео, но звук вполне приятный. И казал бы так. Что-то мне подсказывает, что Евгений не только хорошо поет, но и танцует. Только нам почему-то решил этого не показывать. Но тело-то сиденьем на диване не обманешь. Евгений как бы незаметно уточняет, стоит ли ему принимать участие в нашем проекте. Евгений, конечно. Ну что за вопрос? Напоминаю, 10 августа – это день, когда заканчивается прием заявок на народное талант-шоу «Поющие города». Так что пока еще есть время, заходите на сайт ctv.by, заполняйте анкету участника и пойте так, как никогда не пели. Сделайте шаг навстречу мечте. С вами была Екатерина Зубенько. До встречи на телеканале СТВ.